Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». И вначале расскажем о погоде. В Карачаеве, Черкесии переменная облачность. Вечером и во второй половине дня в горах местами кратковременные дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-17, а днем 25-30. В горах ночью 5-10, днем 17-22. В Черкесске без существенных осадков. Температура ночью 15-17, днем 28-30 градусов тепла. Свой 50-летний юбилей отметил актер Карачаевского театра Александр Рутенов. За время своей творческой деятельности он участвовал во многих известных театральных постановках. О насыщенной творческой жизни актера подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Мне важно уметь проникаться образом и постараться сыграть свою роль так, чтобы привлечь внимание зрителя. Александр Уртенов работает в Карачаевском театре с 1999 года. Окончил училище культуры и искусств. Родился артист в творческой семье. Его отец Борис Уртенов – заслуженный артист России, который поражает своей актерской игрой как в спектаклях, так и в киноработах. Мать Тамара Уртенова – художественный руководитель детского хореографического ансамбля «Харча». Александр Борисович признается, что успех каждого актера – это неустанно работа над собой и умение перевоплощаться на сцене. Мне нравятся роли, когда вот как-то нужно подумать, как его в образ, как в образ войти, как его решить, чтобы хорошо сыграть. Как говорится, чтобы раскрыть 1% таланта, надо 99% физически работать, да, отрабатывать можно. Трудиться, ну. Александр Уртенов играет эпизодические роли во многих известных спектаклях Карачаевского театра. Также вместе со своим отцом Борисом Уртеновым участвовал в популярном спектакле «Волшебный напиток Карачая» и «Дороги Ходжана-Средина». Сам же Александр хотел сыграть в пьесе Николая Гоголя «Ревизор», а именно самого ревизора. Актер должен любить свое ремесло, чтобы получить ту отдачу и духовную энергию от зрителя, отмечает Александр Уртенов. Я тоже верю, что второстепенные, там, эпизодические роли тоже могут помочь в спектакле, разукрасить спектакль. Если актер самостоятельно умеет что-то сочинять, что-то, ну, изобретать, скажем так, если он умеет что-то, то думает, да, соображает на сцене и, в общем, знает свою работу. Если ему нравится работа, то он все выполнит так, что даже режиссер может позавидовать, как он работал. Он трепетно относится к каждой своей роли, отмечает директор Карачаевского театра Руслан Гачаев. Ответственность и трудолюбие являются особой чертой характера Александра Уртенова. Безусловно, даже эпизодическая роль может украсить постановку, и впоследствии она станет запоминающейся, а сам актер станет популярным благодаря даже маленькой роли. Он довольно-таки удачно играет в сказках. Вот, много ролей им было сыграно, особенно ему удаются, значит, отрицательные персонажи, сказочные персонажи. И он великолепный сам, он очень музыкальный парень. Вот, мы довольны его работой. Так что он играет, но если он это делает, свою роль, он делает от души. От души прямо начинает спорить с режиссером и говорить, что вот так нас учил Станиславскому, по Станиславскому так, я хочу вот так сделать. Ну, то есть он полностью отдается роли. И это очень отрадно. Александр Уртенов вместе с супругой растят двоих детей. Они тоже пошли по стопам отца. Старшая дочь и младший сын занимаются музыкой и танцами. Сам юбиляр убежден, что работа актера так многогранна и разнообразна, что в каждую роль нужно полностью погружаться, чтобы добиться результата. А главное – получить любовь и признание зрителя. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 утра смотрите программы русской редакции, а в 14:30 – «Вести» с Аллой Динаевой. Удачной вам пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире.
Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей, скидка 5%. От 150 тысяч скидка 7,5%. Черкесск, улица Октябрьская, 321Б, телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». Незабываемый отдых в Крыму. Феодосия, Судак, 6 дней. И все направления Краснодарского края. Геленджик, Дивноморск, Архипоосиповка, Джугба. Обращаться по телефонам 8-928-03-04-366, 8-963-283-05-15. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас.